А вот другие прибрежные зоны отдыха ждет вторая волна отсыпки гальки. Первая была в прошлом году. Тогда весной на несколько пляжей в районе центральной набережной завозили гальку. Причем делали это впервые за последние 10 лет. Дело в том, что по нормативам, установленным в Краснодарском крае, ширина пляжной полосы должна быть не менее 50 метров. В этом году по распоряжению главы города приводить в порядок будут морские берега не только в центре, но и в Хостинском и Адлерском районах. Мы подготовили все документы, согласовали все документы. Сейчас ведутся работы для того, чтобы набережную не испортить, в связи с тем, что будут большие грузовики заезжать и высыпать туда гальку. Половина мая и апрель – это нам нужно, там большая заразить работа. Гальку и буртовать ее. И спланировать территорию. А планировать начнем после последнего шторма, то есть это будет где-то в 20-х числах мая. Это обязательная задача, которая должны быть пляжи широкие, какими они были. И задача главная сейчас, это чтобы бренд «Сочи пляжный сезон» был выполнен на 100%. И чтобы люди, которые приедут к нам в гости, отметили, что в Сочи сегодня еще и замечательные пляжи. Я знаю, что и оборудование там пляжное закупается, но пляжи, самая главная задача, они должны быть широкими, красивыми, ухоженными, спланированными. Гальку на пляже везут из поселка Кепша. Ее заготовили зимой во время противопаводковых мероприятий на одноименной реке. По данным муниципалитета, инертного материала хватит для того, чтобы все пляжные зоны курорта расширить до норматива.